Ну, крышка у нас не очень. Привет, ребят. На канале Дневник Самоделкина. Сегодня будем сварить коптилку. Надо сейчас комплектующие привезти от родителей. И будем ее до кучи собирать. В принципе, все. Сейчас покажем. Поехали. Ребят, все загрузили, детали для нашей коптильни. Сейчас братишка выгрузим, поможет мне. И будем творить добро. Сделаем, покажем результат. Даже впоследствии, может быть, что-либо закоптим. Миссия выполнена, ребят. Привезли, теперь будем творить добро. Ребят, ну вот, в принципе, наша коптильня вот в таком плане будет выглядеть. Только вот эта труба. Ну и так, сама печка непосредственно, не знаю, видно, не видно. И вот это закопается, все это будет под землей. Над землей будет только вот эта труба. То есть там будет сгорать у нас стружка, дрова по трубе идти охлаждаться. Дым и холодный дым, пойдем выходить, а там будут у нас висеть характерные ништяки. Теперь нам эту плиту надо обмыть сейчас стёркером. У нас грязная. Ну и все это закопать. В принципе, что мы сейчас и сделаем. Все, ребят, нашу печку будущую помыли. Ну, относительно стала чистой. Теперь производим закопку нашей коптильни или запчастей от коптильни, чтобы все функционировало нормально и было минимум это все видно, максимально было запрятано. Ну, начнем. Прорвемся. Мы ведь опера. Ребят, выкапываем на глубину нашей будущей печки, ну, для розжига, чтобы она вровень с землей была. Ну, не глубже, не меньше, просто вровень с землей. Ребят, сейчас попробуем опустить нашу печку в яму. Посмотрим, насколько удачно это все получится. Возможно, глубже вырыл, а возможно, не дорыл. Ну, сейчас попробую вместе с вами, насколько это будет плачевно или удачно. Пробуем. Ну, перерыл, не дорыл, ребят. Сейчас туда по кругу подложим какие-нибудь камушки, кирпичики. И да пребудет с нами сила джедая. Победим! В принципе, ребят, получилось то, что надо с подкладкой кирпичей. Теперь выкапываем ямку, канавку для нашей трубы. Она должна быть в земле, ее не должно быть видно.
Сейчас ближе покажу, что получилось. То есть таким макаром подложили кирпичи, потом это еще можно бетоном залить раствором, чтобы лучше было вычищать сажу. Ну что, ребят, попробуем положить трубу в нашу канаву, померить. Может еще докопать. Пробуем. Аллилуйя. Есть, ставим лайк. А теперь, ребят, ставим нашу трубу на вот эту, чтобы дым из нее выходил в эту трубу. Ну и всю эту конструкцию закапываем. В принципе, с этим все просто. Сейчас сделаем. Вот такие чудеса у нас получились. О-о-о! Ребят, вот тут, если видно, щель. Это все надо землей подзасыпать, чтобы дым никуда не уходил. Сейчас это мы все обобьем землей. Ну что, ребят, теперь закапываем всю трубу. И, в принципе, все готово. Попробуем, наверное, даже зажечь. Вдруг что и получится путнее. Коптить не будем, но зажечь надо. Вот такая система получилась, ребят. Дым по трубе идет, идет, идет. И выходит в ту трубу, на вершине, на верхушке которой висит наше мясо, сало. Короче, ништяки. Надо только сюда придумать какую-либо крышку, чтобы дым не выходил тут. Оттянулся только по трубе. Ну, это мы, в принципе, сейчас сделаем. Не проблема. Ребят, в принципе, наша коптильня и готова. Только крышки не хватает. Но это потом у меня товарищ есть, сварщик. До него съезжу, заберу эту крышку. Ну, что-то придумаем из огрызка. У него всегда металл есть. Сделаю крышку хорошую из металла. Труба эта потом покрасится. Будет более цивильно, хотя не столь значимо. Но самое главное, ребят, не обязательно делать вот как я сделал из труб. Это просто у меня, ну, такое было, такая возможность была. Канавку можно просто выкопать, выложить камешком, кирпичиком. Можно не выкладывать, вообще просто досками накрыть, там жара не будет, просто дым идет. И землей прикопать, чтобы был проход для дыма. Вот эту часть можно также сделать из кирпичиков, из камушков, просто башню сложить из чего-либо. Может даже бочки 200-литровые, деревянные бочки, ну не суть опять же. Просто, ну, жерло какое-то, по которому будет подниматься дым. Ну, единственная печка сама должна быть из камня. Ну, или просто из земли выкопана, но она будет со временем обрушаться. Единственное, если из глины сделать, или глинистая почва у вас, ну, наверное, пойдет. Сейчас я все равно, несмотря на то, что крышки нет, зажгу печку, накрою просто картоном, времени хватит, чтобы дым пошел, но показать, как это происходит. А вы пока ставите лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик, не пропуская следующее видео. Делитесь с друзьями, что самое главное, самое важное. Не забываем там кнопочка внизу поделиться. Это прям вы красавчики, если поделились с друзьями. А я сейчас зажигаю костер, покажу, что из этого получилось. Ребят, я еще не накрыл печку, а дымок уже пошел у нас здесь, в трубе. Смотрите. Видно, не видно? Когда накроем, будет все гораздо веселее. Сейчас еще дровишек подкинем, чтобы разгорелось, а потом накроем и покажем, что из этого получилось. Понятно, это временно, ребят. Надолго этого не хватит, но чтобы вам показать, достаточно. Сейчас дыму деваться некуда. Весь пойдет в трубу. Что? Команда.
видно, не видно, начинает идти. Ну, наверное, начинает и наша картонка гореть, крышка. Она уже начинает гореть, ну да, но дым пошел, ребят, все хорошо. Крышку просто надо делать железную. Это мы сделаем, это у нас есть. Ну, крышка у нас не очень плотная. Вдобавок она еще, по всей видимости, уже загорелась. Ну, бумага. Вообще надо железную делать. Сейчас покажем, что в трубе у нас. А вот и наша коптильня, которая уже дымок собрался. Не знаю, видно, не видно. Вот наша крышка, ребят. Все, хана ей, короче, крышки. Коптильню мы крышку сделаем. Все, горит, дымит. Глаза режет, ребят. Заканчиваем видео, ставим лайки, подписываемся. Жмем колокольчик для просмотра следующего видео, чтобы не пропустить. Делимся с друзьями. А лайки ставим же, да, сказал? Ну, ладно. Всем пока. Короче, ребят, все у нас получилось, только хреново. Надо трубу покрасить и крышку сделать. В остальном все вроде как хорошо. Мы вам еще потом покажем, как закоптили, что получилось. Сделаем сало, собирались коптить, это крышку доделаю. Ну и в следующем видео покажем, как делать фонтан. Во, ставим лайки, ребят.